Orice minciună a lui Dodon, el, adică minte fără niciun stres. Și mulți deputați de-a lui tot. Ei umblat, eu țin minte că eram în Federația Rusă la Moscova, ei umblau la Moscova, în Sankt Petersburg, la cursuri speciale, unii pe dânsii îi învățau arta vorbirii, cum să discute, cum să dă de mâini, cum să facă o față tristă, cum să atașe un contracandidat, cum să le răspundă. Adică s-au cheltuit pe școala lor, s-au cheltuit și ați cheltuit, ca să înțelege, sute de mii de dolari. Anume, ca să învețe pe dânsii să minte ca niște profesionali. Că ei înainte, uitați-vă cum cântau ei înainte și cum cântă mă când iese la cot codășit. Ei amu deja sunt pregătiți să vorbească minciuni, să facă fake news-uri. Iată, vă dau un exemplu simplu. M-a uitat ieri, alaltă ieri, că сторонник Рената Усатова задержан за наркотики. Я думаю, что за сторонник? Потому что так обычно во время Плохотнюка было. Сторонник Усатова, вот, задержан за наркотики. Банкоматы, и помните весь этот бред, который мне клеили. Оказывается, задержали кого-то, какого-то молодого человека, за наркотики, который вызывал Дадона на ринг. Значит, и оказывается, что все, кто выступает против Дадона, они сразу мои сторонники. Поняли, да? И мне настолько было смешно, когда выходит человек, которого я не знаю, плюс я узнал, что реально наркоша, и этих всех сразу записывают ко мне опять. Вот у Усатова бандиты, наркоманы и так далее. И они просто, ну, конченые негодяи, которые весь этот их там отдел черного пиара занимается тем, чтобы как-то дискредитировать. Другие занимаются фейк-опросами. Третьи придумывают проблемы, которые должны у граждан появиться, и Дадон потом как спаситель их будет решать. Вы понимаете, на все это тратится, еще раз говорю вам, сотни тысяч долларов в месяц.